Учимся читать «Аленький цветочек». Третий уровень сложности с диска. Так называется «Аленький цветочек». Посмотри, какие замечательные картинки нарисовала к ней художник Екатерина Волфанова. На диске обращение к детям идет. Давай читаем часть книги. Я величина а ты внимательно смотрю в выпуске и стараюсь следить за мной. Когда нужно будет переворачивать страничку, ты услышишь чего-то такой звоночек. Звоночек, переворачиваем страницу. Давай начнем. Аленький цветочек. Первый раз читается очень медленно. Второй раз в обычном темпе. Уже идет инсценировка. Было у него 3 дочери. В общем, великолепное качество, отличные рисунки. Двадцать 24 страницы.